Всех снова рад видеть на нашем канале Optanet. Сегодня у нас на обзоре вот такие вот наклейки на любую поверхность. Отлично подходят для того, чтобы их наклеить, например, возле плитки. На кухне чаще всего их клеют. Они маслостойкие, то есть, в принципе, их можно мыть. Если сюда попадает какое-то масло, проблем с этим нету. Помыли, и все будет красивенько смотреться. Слой алюминия здесь есть, и они уже идут с клейкой основой. То есть, вы купили, сразу можете убрать один слой и приклеить именно туда, куда вам нужно. Можно, в принципе, на столешницу приклеить. В общем, каждый найдет применение данным наклеечкам. Не забывайте переходить по ссылке в описании в Viber и Telegram для того, чтобы заказать товары по хорошим оптовым ценам. Приятного просмотра, поехали! Рулоны выглядят вот таким вот образом. Они абсолютно одинаковые, отличаются только длиной. Значит, правильно называются эти наклеечки Kitchen Sticker. Вот есть вот такие бумажки у каждой из наклеек. Ширина каждого рулона у нас 60 сантиметров. Я специально взял рулеточку, чтобы померить. Смотрите, действительно 60 сантиметров. Что касается длины, вот этот рулон у нас 5 метров, а рулон поменьше 3 метра. То есть по всем остальным факторам абсолютно одинаково. Вот таким вот образом выглядит сама наклеечка. То есть вот таким вот образом можно ее размотать, и сразу они идут с клейкой основой. То есть вы сразу купили, бумажку от наклейки отделяем, и здесь уже есть клейка основа, которую можно поклеить куда угодно. Ребят, данные наклейки предназначены для защиты любых типов поверхностей. От скопления на них пыли, грязи, плесени, в общем, чего угодно, особенно на кухне, что-то готовите, там можно разлить масло или еще что-то, эти наклейки абсолютно не боятся. Материал обладает превосходными водоотталкивающими свойствами. То есть, если вы даже прольете на нее воду, она просто-напросто очень легко уберется, и все. Также эти наклейки можно использовать в качестве подкладки, например, в шкафчиках, в ящиках, на кухне и не только на кухне. Также эти наклеечки не боятся высоких температур и пара. То есть, в принципе, можно сюда даже чайник горячий с кипятком поставить, страшного ничего не будет. То есть, реально хорошо защищает любую поверхность. Также часто используют эти наклейки для поверхности в ванной комнате. Можно на стену приклеить, и удобно будет ее протирать, и не будет так оседать пыль. Ребят, на обзоре у нас были наклейки, которые не боятся высоких температур. Можно использовать в ванной комнате, можно использовать на кухне. Обклеить любую поверхность, начиная от стен и заканчивая даже там поверхность возле плиты, так как они не боятся высоких температур. И в то же время отлично будут защищать любую поверхность от пыли, грязи, плесени и так далее. Переходите по ссылкам в описании в Viber и Telegram для заказа, например, этих наклеек по хорошим оптовым ценам. Также есть любой другой товар. Не забывайте подписываться на наш канал и оценивать наши ролики. Всем пока!